С декабря 2020 года по поручению президента во всех субъектах Российской Федерации были созданы центры управления регионами. Среди функций ЦУР – обработка комментариев и сообщений в социальных сетях о проблемах, с которыми сталкиваются жители, и передача их в профильные департаменты, муниципалитеты и организации. Для успешной и качественной работы государственных учреждений в соцсетях Центр управления регионом Республики Адыгея регулярно организует обучение ответственных сотрудников. Так, по инициативе администрации района сегодня на базе детской школы искусства Аула Шхабль прошел обучающий семинар на тему «Эффективное ведение госпабликов». Мы проводим мероприятие в Кашхабльском районе. Это второе выездное мероприятие. То есть мы берем крупные районы, в которые выезжаем. Эффект от выездов в районы в том, что мы непосредственно работаем с контингентом, который работает с нами в соцсетях по району, и выстраиваем именно их работу непосредственно с их социальными сетями. Раньше мы собирали большие аудитории по направлениям, то есть собирали со всех районов, и это не было настолько эффективно. Здесь мы будем разбирать на конкретных примерах, конкретных официальных страниц школ, садиков, администраций, и уже приводить примеры, как правильно вести социальные сети. Вот, а на ваш взгляд, как налажено взаимодействие ЦУР с районами? ЦУР с районами очень хорошо налажено. То есть в первые годы, когда мы начали только работать, это все было достаточно тяжело объяснить, что это действительно нужно, действительно это необходимо для качественной работы с населением. Сейчас социальные сети стали более активно вестись. Особенно вот отечественные соцсети не настолько были популярны у нас в республике, и было тяжело осуществить этот переход. Сейчас рост виден, качество видно, и люди заинтересованы в том, что ведут социальные страницы. А вот как вы оцениваете непосредственно работу Кашхабльского района? Кашхабльский район я оцениваю очень хорошо, потому что тоже вот когда мы делали первые рейтинги, там в прошлом году начали делать рейтинги оценки работы районов, Кашхабль находился там 7-8, сейчас он поднялся там на уровень 3-5 по рейтингу среди районов. И это активная работа главы в первую очередь, потому что мы непосредственно, я лично с ним взаимодействовал и объяснял, как и где что нужно выстроить. И эта работа выстроена. Сейчас нам важно поднять качество именно ведения страниц. Вот сегодня мы об этом будем рассказывать. Семинар для администраторов госпабликов школ, детсадов, СМИ, учреждений культуры, спорта района провели руководитель Центра управления регионом Адыгеи Казбек Каджишау и старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Ларина Берчун. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава района Заур Хамирзов. Сегодняшнему мероприятию я уделяю очень серьезное внимание. Вот вся история человечества – это история самосовершенствования. Мы должны идти вровень с жизнью. Вот работа ЦУРа, вот обращение граждан в социальных сетях, время ответа – это очень важно. Для того, чтобы принять правильное решение и получить нужный результат, нужно вовремя получить информацию, вовремя ее обработать и максимально принять правильное решение. Люди должны знать, чем вы занимаетесь, чем мы занимаемся. У меня убедительная просьба. К сегодняшнему мероприятию относитесь очень и очень серьезно. Результаты мы будем ежемесячно рассматривать. Я уверен, что вы все люди грамотные, вместе у нас все получится. Руководитель Центра управления регионом провел активную лекцию на тему «Экосистема госпабликов в Кашхабльском районе». В ходе обучения администраторы госпабликов района узнали об актуальности ведения официальных страниц организации, социальных задачах государственных пабликов, об эффективности ведения госпабликов и создании качественного контента для отечественных социальных сетей рассказала старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Ларина Берчун. В целом мероприятие прошло продуктивно.